Unstoppable. Unstoppable today. Unstoppable. Unstoppable me. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable me. Привет, я певица Сия. Это моя самая популярная песня. Неудержимая, unstoppable. Да, я неудержимая, я все время в движении. Концерты, концерты. Вот сегодня был концерт, завтра концерт. Все, забыла. Где же завтра у меня концерт? Помогите. Эй, Уругвайе. Может, штат Джорджия. Да, в США. Или Вануату. Может быть, Черногория. Черногории. Ха-ха. Ну где же? Где же? Где же мой следующий концерт? Лети-ка ты, Сия. Японию. Токио. Ну, я сейчас пела в Токио. Упс, опоздал. Ну ничего, я же других звал. Да, может, они знают. Маршал. Ух ты, Сия, моя любимая певица. Star Butterfly. Подумаешь, тоже мне звезда. Я вообще-то тоже Star звезда, ясно? Кобе Сайк. Какой-то волшебник. Да. Ну ладно, попробуем свое волшебство. Может быть, найдем страну. Удо. Там, где зеленые тролли, там, где шреки зеленые, там все, где зеленые, везде зеленые. Ну ладно, посмотрим. Уругвай. Есть ли зеленые везде? Джорджи. О, Вануату. Первый балл Вануату. И Черногория. А да, тут тоже чуть-чуть зелень есть. Черногория первый балл получает. Ну, я же говорил, все зеленое. Такс, это моя любимая певица, ясно? Да. Ясно? Все, чтобы помогали. Ладно. Я сказала. Гидеон. Будешь помогать, ясно? Я сказала. Ладно, ладно. Геркулес. О, надеюсь, моя богатырская сила тебе поможет. Боря. По лужайке поскакать и потанцевать. И гена. Ну, тут нужны кардинальные меры. Тут нужно вот читать книжки, вот пройтись по всем книжкам, найти подсказки, и только тогда мы сможем вам помочь. Надеюсь, это не будет долго. Ну, я подумаю. Ладно, думай. О, по лужайке поскакать. Хватит скакать. Лучше работать. Да, лучше. Рисуй рельсы и шпалы для поезда. Да. Для поезда, который поплывет, который поедет в Черногорию. Черногорию. Черногория у нас получает первый балл. Не, второй балл уже. Круто. Ну, видишь, можешь же, если хочешь. Ладно, я пойду поскакать дальше по лужайке, поскакать. Вот так. Ха-ха-ха. Моя богатырская сила не нужна. Нужен твой ум. По азбуке. Ну ладно, когда-то учился я. Вертолет. О, лети-ка ты на вертолете в Вануату, второй балл. Динозавр. Ули. Ули. Пчелы, динозавры. Часы. Вот-вот. Слышите? Черногория, третий балл. Часы бьют, все время идут вперед. Unstoppable, часы, unstoppable. Unstoppable watch, unstoppable. Ясно.
Ну, если часы тикают, значит, срочно надо самый быстрый транспорт найти. Это поезд. Да, скоростной поезд, который вас помчит. В Монтевидео, в Уругвай. Уругвай, первый балл. Шу. Так, Степа, почему еще машина моя не готова? Я хотела синюю машину свою дать. Сейчас ремонтируется. Лучше ищи страны, где красный цвет, а красная машина. Как моя машина, да? Давай, постарайся быстрее. Я стараюсь. Штан-Джорджия, первый балл. Амуату был тоже красный. Монтенегро, четвертый балл. Ивануату. Ивануату, третий балл. Все, давай быстро, чтобы машина была готова. Ладно. Ну я же говорил про цвета. Я же говорил, что мой любимый цвет... Это зеленый. Оранжево-фиолетовый цвет. Ну смотрите, есть тут зеленый, оранжевый, фиолетовый. Вануату. Четвертый и пятый балл получает. Могли бы и не спрашивать. Вы же знали, какие мне у меня цвета нравятся. О, ух ты. Волшебник, не ты будешь выучить азбуку? Ух ты, ну русский язык я не знаю. Ну, ну ладно, сейчас я. Мой бренгем. Капрапро. Бри-бри-бра. Бро-бро-бри. Дракон-тра-тра-дун-ту-дранг. Артохан. Что ты делаешь? Я произношу заклятие. Ну ладно. Вертолет. На вертолете в Вануату. Четвертый балл. Дождь. Штат Джорджия, там дождь. Нет, 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 я не хочу в дожде петь. Утка. Чи, ты кого тут уткой назвал? Я вообще-то звезда. Часы. Ой, эти часы, они так поторапливают. Времени остается до концерта все меньше и меньше, а я не знаю, где же мой концерт. Да. О, подумаешь, я могу тебе дать свою яхту со своим этим, как его? Врунгелем. Да, капитаном. Ну, то бандиты взрезались. Да, ну, захватили бандиты яхту. Ну, я могу помочь, я могу вызвать своих... Нет, тихо, как? Телохранителя своего, во, я пошлю. А вот я. Руки вверх. Спасибо огромное, Star Butterfly. Ну, во, круто. Бандитов за борт. Ну, вот. Можешь теперь плыть. Так, ну и куда же Врунгель меня отвезет? В Черногории. В Черногорию? Шестой балл, Черногория. Вот, и вообще-то я стар, я звезда, я тоже звезда. И ты звезда. Значит, что мы ищем? Страны, где звезда. Страны, где звезды, такие как мы. Ладно, ладно, поищем. О, грудь Джорджа. Штат Джорджия. Третий балл получает. Ну вот. Что? Мне спасать какого-то кота? Не бывать этому. Маршал погнался за котом в сапогах. Но так. Песни надо слушать. Да. Ну, раз в Токио был концерт, я опоздал. Значит, сколько у меня букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Песня номер 7. Посмотрим седьмую песню.
О! Кто же это? Паровозик из Ромашкова. Зеленый лесок. Солнышко светит, зеленая трава. Ладно, посмотрим, где тут есть солнце. Уругвай. О, Уругвай, 4-й балл получает. Круто. Уругвай. Слушай песни, Гена. Да? Я прочитал, что мой одноимец, тоже Гена, умеет петь. Он, конечно, крокодил, но он добрый, он поможет. Так, ну и как же он мне поможет? Крокодил Гена зеленого цвета, как моя рубашка. Да, а гармошка у него? Желтая. Так что ищи страны, где зеленый, есть... желтый цвет. Вот, Монтенегро, Черногория, 6-й балл. Уругвай. 5-й балл. Джорджия. 4-й балл. Вануату. 5-й балл. Так все же подходят. Упс. Ну ладно, я еще подумаю, чем я могу помочь. По лужайке поскакать. Нет, Боря, сейчас поспать пора. Да, я так наскакался. Извини, Сия, не могу я тебе помочь. Я наскакался, я очень устал. Да, кроватка ждет меня, и буду спать я сладко. Ого, так, это что такое у нас тут? Привет, я Лунтик. Привет, я Гидеон. О, я согласен, я хочу быть твоим другом, Лунтик. Конечно, присоединяйся к нам, Гидеон. Куда? Помогать моей певице кто будет? Извини, Лунтик, мне не разрешают. Быстро слушай песенку, сколько букв у тебя? 1, 2, 3, 4, 5, 6, песенка 6. Ох уж эта тара. Кораблик по быстрой реке, и тащут лягушки за мной по пятам, и просят меня прокатить капитан. Ну, капитан, куда же твой кораблик мчится? Вануату! Вануату, 6-й балл. Теперь я могу идти с Лунтиком дружить? Можно. Ладно, иди дружи. Я тут сама как-нибудь справлюсь с азбукой. Ага. Волк. Виноград. Виноград. Ах, кустняшка, виноград. Дом. О, дятел. Дом. Учка Джорджия, США, 5-й балл. Утка. Утка. Утюг. Я вообще-то не домохозяйка. Черепаха. Чайник. Чайку попить. Некогда чаек. Меня ждут. Меня на концерте ждут. Ну ладно. Ночь азбуку. Лидо. Да легко. Чудеса. Да, какой я чудесный. Это я чудеса делаю. Из-за меня ты такой чудесный. Спасибо. Ути-ути. Ути-ути-ути, какой, какой страшненький. Кто сказал страшненький? Ну ладно, ладно, миленький. Дикарка. Как дикар зеленый, как огур. Воробей. Да. О, ну что? Получу азбуку еще одну, волшебник. Да? Ну ладно. Так-с. Что там, как коты, да? Ванна. Ой, извините. Мне срочно надо принять ванну.
Куда? Она ванну принимает. Да. Дверь. Там дверь скрипит. Нет, туда нет. Там опасно. Утюг. Утюг. Ах ты, ах ты. Чайник. О, чайку. Да, ладно, я пойду чайку попью. Заслужил, да? Заслужил. Нормально. Помощнички, понимаешь ли? Так. Я помогу вам. Так. Мои уши. Ухо. Мои глаза видят. Мой нос. Нос. Унюхал. Что? Тебе надо отправляться? Язык. Куда? Язык мой говорит Черногория. Хотя мой мозг думает, что это Уругвай. Не могу понять, кого слушать. Или мой язык, или мой мозг. Наверное, мозг. Ну давай, тогда Уругвай, 6-й балл. Ну спасибо. Опа. Выучи азбуку Гена. Ну я как раз собирался это вам предложить. Я как раз собирался это сделать. Улица. О, и где эта улица находится? Улица Ругвайская. 7-й балл. Дорога. Дорога. Куда же дорога? Всей Джорджии. Да, 5-й балл Джорджия. Велосипед. Ну нет, на велике я не буду ездить. Я на лимузинах привыкла. Чемодан. Все, собирай чемодан и отправляйся в Черногорию. Да, 7-й балл. Я вот так прочитал. Ой, ну все, я выспался. Я опять могу по лужайкам поскакать, песенки послушать. Сколько у меня букв? 4. Песня 4. Ну и куда же этот корабль плывет? Наверное, в Черногорию. Черногория, 7-й балл. Привет, добро пожаловать на наш... Ну я все-таки думаю, что самый быстрый транспорт это... Спортивный самолет. Я буду твоим пилотом. И мы полетим в Уругвае. 8-й балл Уругвай. Но вам сначала главного эксперта надо спросить. Да, не слушай ты их. Я твоя фанатка. Я знаю, кто может знать. Это... Главный эксперт. Ой, ну спасибо. Как приятно, что у меня и фанаты тут появились. Ладно, спасибо всем. До свидания. Жду на своем концерте. О, величайший Ника, Стивен Сигал. Да, я буду твоим охранником на концерте, который пройдет в Уругвае. Тумба. Ох ты, как там красиво, посмотри, Маркус, вау. Красота. Все, я согласна. Итак, певица Сия отправляется со своим концертом в Уругвай. Покупайте билеты. Я скоро буду.